Вот были бумажные книжки. Бумажные книжки, ну, это концепция, придуманная даже как бы не Гутенбергом, а еще раньше. Ну, то есть, как бы кодексы, которые находятся там на пружинке. И, собственно, инновация была в том, что оттисков может быть много, и всем, ну, как бы всем одинаковое посмотреть. И, собственно, как бы, ну, культуре потребовалось несколько веков, чтобы ее освоить. Мы освоили, думаю, что так всегда было. Вот. И когда книжки попали в интернет, ну, появились книжки электронные. Ну, то есть EPUB, там, не знаю, в России есть FB2, там MOBI, всякие разные штуковины, которые, в общем-то, очень сильно стараются, ну, в первой своей генерации очень сильно старались симулировать бумажную книжку, потому что ну, как бы противники с той стороны говорят, а как же, там, не знаю, вот ты ее так разворачиваешь, она похрустывает, клеем пахнет, ну и вот это вот все дело. И поэтому, если сейчас вспомнить самые там первые читалки, ну это и до сих пор так есть, когда ты листаешь страничку, да, там, да, такая бумажненькая, да. Ну и вот это вот все, что типа, ребята, это так же круто, как и на бумаге. Ну, это заранее проигрышная позиция. Вот, например, в культурном плане, да, то есть понятно, что если ты там поколение телефона, ты с телефона будешь книжку читать, тебе не надо доказывать, что телефон лучше книжки, тебе и так это понятно. И, ну, стоять в позиции, что электронные книжки почти такие же клевые, как бумажные, ну, как бы не спортивно, да, то есть это, ну, надо найти свое качество новое такое. И, ну, вот Редеро находится в, ну, на таком шаге, что для нас, ну, мы говорим автору, ну, перестань вообще думать про вопрос, в каком виде должна жить книжка в бумажном электронном. Она должна жить сразу во всех доступных видах, вообще просто не думай про это. Книга – это история. Есть разные среды, в которых она будет жить. Хочешь, чтобы была жива в бумаге? Окей, она сразу готова для того, чтобы сделать бумаги. Хочешь ее положить в продажу в магазины? Окей, она будет лежать в продажу в магазины. Не хочешь в продажу в магазины, хочешь ее раздавать друзьям? Окей, раздавай друзьям. Пока что это все. Да? Ну, потому что это две основных формы, в которых книжка живет. Есть какие-то эксперименты, ну, разные, да. Есть внутри ватпадовского приложения их способ выкладывать книжку по главам, разбавляя главы разными форматами, которые, ну, нужны там, по большому счету, для их внутренних метрик, ну, чтобы человек больше книжек читал, да. Есть обалденный британский стартап, называется, не помню как, сейчас скажу, как называется. Значит, называется Crave. Значит, он про любовную прозу, и он превращает книжку в мультимедийное переживание, вставляя в поток чтения видео. Их персональная находка – это скринкасты чата между героями книжки, когда ты читаешь, у тебя так раздвигается такой, как бы, там, полосочка такая, и ты обнаруживаешь, что прямо при тебе герои книги чатятся. Ну, поскольку у тебя у самого опыт чата есть, для тебя эффект присутствия колоссальный. Да? То есть, когда, как бы, прямо ты видишь, как кнопочки нажимаются, тебе очень кажется, что это ты на кнопочки нажимаешь, хотя нет, не ты. Но ты прям проваливаешься книжку в этом месте. Но сейчас проблема всех этих форматов в том, что они находятся ровно внутри вот той среды. Ну, то есть вот такая книжка, как Crave, она не может жить нигде, кроме как в приложении Crave. То же самое, значит, с книжкой Wattpad. Это, с моей точки зрения, путь... Ну, короче, это промежуточное состояние. Нельзя навязывать пользователю место потребления книги. То есть книга не может жить... никогда не будет популярным сайт, который говорит, вот книжки сделаю у нас, можно читать только у нас, вот именно вот в этом месте. Потому что у человека есть привычный ему способ взаимодействовать с этим. Ну, история должна идти за привычками аудитории. То есть книга должна жить в той среде, в которой пользователь хочет такое потреблять. И таких средств будет больше. Поэтому, ну, пора как бы перестать драться про то, бумажная книга, электронная книга – это история. Она будет жить в разных средах.